используется флейтовый свисток. Принцип звукоизвлечения, как у флейты. Академический блок флейты. Все знакомы, да? The whistle uses the... Эластичная пластина. Она с флейтовой, там жесткая конструкция, там нет вибрации. А почему происходит звук в флейтовом свистке? Я привожу такой пример, когда мы берем прутик и резко взмахиваем, да? Разрезается воздух и создается колебание, и создается звук. Этот же принцип мы видим, когда вот провода висят, дует ветер, и мы слышим звук тоже. В конструкции свистка мы просто смоделируем вот эти вот условия. Поток воздуха и разрезание. Если кто-то хочет научиться, лучше всего это руками делать. Потому что можно 100 раз слушать, все понять, а в итоге ничего не может получиться. Поэтому я приготовил вот из палочек инструмент. Достаточно такой инструмент, палочку с плоским таким наконечником, и можно вот такой вот резачок. Если кто не боится запачкать руки, so if you are not afraid to make your hands dirty, должны ее завернуть. Imagine that you are actually feeling it with your finger. Вот примерно 1.5 сантиметра от конца оставляем до края. И заворачиваем. Так вот пельмени делать. И... А мы не видим, ты закрываешь это. Вот, все волшебство. Кончик сминаем, чтобы пустоты не было. Конфигурация пальца очень удачна для изготовления пищика. Вот она немножко загнута. А как вот это на это накладывать? Я вот просто... Натянуть надо просто. Просто ну, понятно. Гипс на палец. А толщинка ничего? Ничего там. Ноготь большой, плотный должен быть, да? Ну, условно говоря. Да, плотный, монолитный. А внутри у нас пустота. Переводи. А глина какая? Вместо ногтя должна so быть масса. Those 1.5 centimeters that we left after our finger is supposed to be не шамотная должна. The rest has to be hollow. Можно ну, короче, чтобы там не было комков этих. Юр, размер вот этой плотной части фракции обычно какой ты делаешь? Вот тот, который... Где-то 1.5 сантиметра. 1.5 сантиметра, да. Часть не... Вот, да, от пустоты без до пустоты. Кончика. Вот эту стадию я назвал палец монстра. So, this step is called monster's finger. Yes. Стадия. Теперь в том месте, где у нас заканчивается палец, мы берем плоскую палочку и примерно вот на таком расстоянии делаем отверстие до полости, примерно квадрат. Не под углом, никак, просто, просто вот так вот. Пока просто, да. Прямо. Пока пробиться до пустоты. Давайте из него сделаем. Собак, ты зачем? Раскрасим его лангомами. То есть палочка должна коснуться пальца. Пальца, да. В итоге вот что получается. Дырка. Нет, я протупил пока. Я за собачку смотрел, извини. Там кусок вынимается или просто расходится? Вынимается. Отверстие должно быть. Да, я думаю, может, просто надо глину. А какого размера? Вот примерно вот такого. Ага. Это близко к квадрату, да? Квадрату вертикальному. Так ты на другую руку не можешь перевести. Кто-то же должен был догадаться, что это на другую руку. Мы же все правши. Поэтому палец туда правый. Ну да.
smart. В нее целится. Колодец. То есть вертикальный такой. Ну, палец страшно. Прям ровненькие стеночки там поделали. А, чем меньше будет там каких-то крошек и кривизны, это будет тоже влиять очень сильно. Поэтому лучше сделать ровненькими. Less garbage and impurities you leave inside, the better. Малейшее препятствие для потока воздуха, оно влияет на звук. Any obstacle that air might meet will change the sound. Есть еще. Теперь, если мы палец монстра поставим таким образом, у нас получится верхняя часть и нижняя часть. Да? Это вверх, это низ. Это верхняя часть. Пока до скошенности не дошли. А внутри, если не гладко поправить, надо гладко. А теперь сфотографируй всех с пальцами, понятно. Да. Все подняли палец. Ура, ее повернись. Ты сюда, да. Присядь чуть-чуть. Все пальцы подняли вверх. У Олега даже с занозой палец. Теперь мы должны договориться, что вот эта часть, наверное, нижняя часть. Потом подтвердить. Надо спросить, или хочет. Ну тогда да. Okay, now we have top part and the bottom part. So we have names for this, like top line, bottom line. Okay. Значит, на французском? Слабо. На французском Ира. То же самое. Ира. Что надо сделать? On va faire le sifflet, l'espèce de sifflet, le jouet. Voilà, donc on a commencé par... Vous faites un petit plat. Вообще идите ближе тогда, да? Идите сюда. Ковчег. Так. Основную роль для звука... Играет нижняя часть. The most important part is the bottom part. Поэтому мы должны ее заострить, как, допустим, сравнить лезвие топора или лезвие... Вот каким углом? We have to sharpen it, we have to angle it and sharpen it as a knife. А под каким углом? 46,5 градусов. 45. Как получится? Да. Нет, тут важно попасть просто вот в ту часть, откуда вы будете потом дуть. Поэтому направление выбирайте в соответствии. Вот я покажу. Вот так вот. Да, просто длинно-пластично, да. Мы просто палочкой прижимаем. Ну что, а ты вот это вниз под углом делаешь или прямо? Я беру... Палочку беру и вот так вот прижимаю. Вот смотри, вот так, да? Да. Вот так? Угу. Вот это, смотрите, я сравнил с лезвием топора, да? Да. Вот. А еще так, уже, да. Угу. Чем... А покажите. Да, yes. Да. Чем тупее будет, тем... Вот такая смотрите, это... Вот это. Минуточку. Гляньте, что-то в этом роде? Да, что-то в этом роде, да. На конце пальца монстра есть площадочка такая. Еще нет площадочки. On the top of the monster finger there is a flat space. Теперь условно можно ее разделить вот так вот пополам.
Теперь самое такое сложное – это сделать щель, в которой мы будем дрыть. Надо учесть, что поток воздуха должен попасть точно на этот нижний уступ. Для на этого, линию эту, да? Да. Угу. Для этого мы заходим не посередине ровно, да, а чуть повыше. Угу. Чуть повыше. Повыше к линии, середины, осевой линии. Дело в том, что когда мы начинаем от середины, то на выходе у нас можем, да, вот это. So if you will start from the middle line, then at some point you might break your clay through. Слишком тонкий слой будет, я обычно. Because it will be too thin and will not allow you to. Секции, да? И вот в такой, чтобы контролировать, чтобы палочка прошла. И каким образом лучше протыкать? Протыкать не одним односложным, однонаправленным движением, а немножко покачивать вот так. Угу. Чуть-чуть покачивать, она легче будет туда проходить. Меньше мусора соберет, да? Куда? Нет, просто она будет легче. Вот, допустим, как перфоратор, о, бетон сверлишь, да? Хороший пример. Да. Там не только вращение, но удар, да? Угу. То есть должна быть какая-то вибрация, и она легче проходит. То есть остались только маленькие инструменты. Возможно, да? Покачивание ручкой. Главное, чтобы поток воздуха шел. И еще очень важный момент, который помогает, зрительный контроль. Если посмотреть в щель, мы видим примерно наполовину щели видим уступ, а наполовину щели пространство. Видим само ответ. Видим. Ну-ка, свистни-ка мне. Не знаю, еще не пробовал. Надо закрыть отверстие. Чтобы получился звук, надо отверстие закрыть. Да, это будет. А, там все осталось. You make it wrong? Don't think anything. Where is Mongolian boy? Ну вот что-то такое. Какое занятие? Смотри вот сюда. А, я в другую сторону все держала. На основе давайте этого, споем все вместе. Этой конструкции щека можно уже сочинять все, что угодно. Это может быть птичка, это может быть животное, рыбка. Это может быть любое, это любая форма. Главное, чтобы была конструкция вот эта, которая извлекается звук и полость. Дополнительные дырочки как рассчитывать? Now, давайте я сейчас... Да, да, да. Давай. Я передаю слово Сергею, потому что я сказал, это мой способ. Сейчас Сергей расскажет, что способ. Получается, что Юра, он как бы традиционно занимается свистулькой, и свистульки на самом деле не принципиально по нотам. Понятно, что мастера некоторые потом или просят заказчики уделяют внимание нотам. Причем, если копать глубоко, то свистулька, она имела достаточно сложный, значит, эзотерический смысл. Раньше свистульки выполняли роль оберега, потому что считалось, что свист, он отгоняет злых духов. И вот я не знаю, у иностранцев есть ли или нет, поговорку-то все знают, не свисти денег не будет. In Russia we have a kind of sign that if you are whistling in the house, you will not have money. Да, но на самом деле полностью звучала эта поговорка «Не свисти в дом, денег не будет». Потому что все свистульки имели лицо и, значит, свистелось в попу, да, грубо говоря. И, значит, был облик, который выгонял злых духов. И считалось, что надо свистеть именно по направлению к двери. К двери? Ну, выгонять из дома. Из дома. Значит,
И поэтому глупо не привлекалось. Вот сейчас я покажу одну из тоже простых способов. Это вот по такому принципу делалась филимоновская игрушка. Когда делается так же, только наоборот, вы делаете клещика, потом, а они наоборот сначала делали игрушку, потом собирали, если вот вы обращали внимание, вот если классическая филимоновка, она такая несуразная попа. А это все объяснялось тем, что она вот как бы собирается за щипами быстренько. Сломалась. И делалась она, значит, хвостик был загнут. Сейчас, конечно, я опозорюсь, но это не важно. Под углом гнулась палочка, прогиналась. Да, я починю. Круглая? Да. Иногда как-то ее могли просто подрезать. Да. У филимоновской игрушки они вот прямо это. Вот ее вот выбирали, вот эту штучку. Ну это если вот осмотреть современные, старые, это очень важно было. Острый край был тезан над как раз вот этим вот краком. И хвостиком уходил А теперь вернемся к нотам. Подожди, ноты. Очень важно, очень важно, и почему у многих не получается. Очень важно, во-первых, не спешить. И свисток, вот он зазвучал, да? Изменялся. Он должен быть очень чистый. Играет все. Играет роль чистота этой поверхности. Частота самого свистка, геометрия, чтобы вот эти плоскости были одинаковы, чтобы плоскость и плоскость отверстия, и плоскость свистка, они были тоже в одной плоскости. Изменения все, это уменьшает диапазон звука самой свистульки. Так, сейчас я принесу. Вот свистулечка, смотрите. То есть у нее есть хвостик, который как отдельная самостоятельная маленькая свистулька опущен практически до дна этого предмета. Если вы будете дуть в ее пустую, просто обычный свист. Но если вы эту свистульку наполните водой, да я прямо на ней покажу. Можете что-то перевести. Просто наливаете водичку. Где-то половиночку объема. Немного. Ну что-то не попадаю. О, все, наполнено. Полное много. Полное много, чуть-чуть надо слить. И делаем все то же самое. Это не только русская традиция. Подобного рода инструменты существуют в очень многих народах. Это окарина, это другое. Окарина это как раз вот то, что делает Сережа, музыкальный инструмент, имеющий возможность влиять на звук именно по нотам. Здесь и тоже влиять можно. Попробуйте. Попробуем. Нет, там не играет роль. Какой, а вот, например, это. Ну, тогда просто. Андрей, а это наоборот, получается, ты отсюда в дырку выводишь, почему противоположное. Вот. И так, и так. Тут не как? Суть. Надо, чтобы поток воздуха попадал на рассекатель. Нет, ну это когда все. Ты делаешь, как делать? Вот эту? А, да. Вот отсюда, начинаешь отсюда. Или наоборот оттуда, не суть, не суть. А когда начинаешь мучить, то есть, когда ты делаешь, потому что тут ты делаешь дырку. Наплевать и выйти. Тебе надо, чтобы кончик инструмента шел тебе прямо по, чтобы стрие было, понимаешь? Окарина. Но форма окарина обычно делается удобно для игры музыканта. Чтобы это удобно было брать пальцами. А эти сложно, такие формы сложно. Но это, скорее всего, не окарин. И какой-то минимум есть это, набор нот. Но здесь я попытался более-менее ее настроить. И можно сыграть какие-то наигрыши. Да. Такие и можно так. В принципе, на нем можно играть любую мелодию, как на флейте, вот так, на блок-флейте. Ну, мастера еще используют передувы и прочие эффекты. Вот, например, вот. Да. Это мастер-музыкант на такой игру.
делаешь, оно... Вот какой Юра у нас молодец. Давайте хор сделаем. Супер! Как на матче волейбольном. Совсем все плохо. Есть такой инструмент, как бы, опять же, возвращаясь к барабанам, да, барабан – это мембранофон, это у которого жестко натянутый инструмент, на котором жестко натянута мембрана. Но у него есть младший брат, так называемый мембранофон, у которых не жестко натянута ихняя мембранка. И очень все знают, да, это вот в американских фильмах показывают, там они какую-то дудочку трещат. Это называется инструмент казу. Да, делается она достаточно... Показать козу, это оказывается про это. Ну, не знаю, что, может быть, там имели в виду, когда показывали козу, но сейчас я покажу, как делают козу, да? Это делается любая трубочка. Да, вот. В которую мы будем доблестно дуть. Можно сделать ее как бы мундштучком. Вторую половинку мы ее сделаем более раскрытую. Потом берем, вырезаем круглое отверстие. Можно не сильно круглое, в общем, вырезаем. У меня небольшое, но у меня там толщина просто. Потом берем так называемый наш ручный материал. Мембранку. И ее как бы так вот приклеиваем. Потом это как бы сейчас у нас пробный вариант. Потом, после обжига, уже можно приклеить на это и можно даже песни петь. Под московный вечер. В общем, вот такой инструмент. Сказал, влияет на высоту звука. И вот, как вы видели, здесь объема достаточно, это пустотелый, у него звук низкий. И сразу отключите. Как я сказал, что это, скорее всего, скульптура-сувенир, и для аппликатуры, для пальца не совсем удобно. Какая? Звук был слабее, да? Он был неустойчивый очень. Я его немножко Для такого даже еще надо в форме прямоугольника. Может быть, добавишь еще? Прямоугольник в сторону воздуха направлен? Да. Она должна быть более вытянута в этом. Это для больших, для длинных вещей. Для маленьких там не принципиально. Еще есть окарины, у которых пищик в середине. А там уже вот это профиль такой вот. Широкий. Чтобы воздух шел налево и направо. Ну это вот буквально позавчера я узнал. Вот это направление потока воздуха на острие может немножечко поменяться положение. Это поправляемо, поэтому просто надо... Как поправляемо? Ну, не всегда. Не всегда, да, если слишком сильно в ту сторону ушло. То есть, если она у вас в полости теперь вся торчит и занимает собой этот поток воздуха, вы можете подправить, срезав немножечко, подправить это положение, подсочить, да. Если, конечно, в обратную сторону, тогда придется наращивать. Это уже с клеем надо возиться. Но тоже возможно.